Достали двойные листочки и пишем контрольная работа. Анастасия Дмитриевна, так ее хотят отменить. Как отменить? А что по этому поводу думают ростовчане, мы сейчас и узнаем. Вы думаете, правильно это решение? Нет. Почему? Ну а как тогда знания оценивать? И мотивировать учеников хоть что-то подучивать? Мне кажется, просто нужно поменять взгляд учеников на контрольное, что это не способ их завалить как-то, а просто, ну, посмотреть, где у них есть пробелы в знаниях и все. Ну, я бы сказал, что отменить контрольные было бы правильно. Но полностью их убрать — это неправильно, так как нужен какой-то, стимул детей учиться. То есть, чтобы они знали, для чего учатся, чтобы они могли проверить потом себя, чтобы учителя могли проверить, знания. Но я могу сказать, что сейчас огромное количество контрольных у меня, то есть да. Через день, и поэтому часть из них я бы отменил. Мне кажется, то, что больше люди говорят, да, давайте отмените контрольные, но это контрольные это для контроля знаний у учеников, так что полностью не надо отменить. Нет, я считаю неправильно. Почему? Потому что дети, это контрольная работа, это проверка на знания, которые они усвоили. И поэтому они должны сдавать вот такие вот контрольные работы, чтобы подтверждать свои знания. Нет, наоборот, отменять не нужно, наоборот, для того, чтобы дети, они сами более ответственно относились к учебе, чтобы они могли проверить свои знания, и они сами. Не то учителя, конечно, и родители также должны понимать, как дети учатся, насколько они усвоили какую-то тему, поэтому отменять нельзя. Я думаю, нет. Почему? Потому что должны дети соображать как-то. Учиться самостоятельно как-то делать. Так что контроль — это еще есть самостоятельная работа. Думаю, нет. Но у меня дочь уже учится на втором курсе юридического. И мне кажется, что нет. Дети должны готовиться к этому, понимать ответственность контрольной работы. Я думаю, что не должны отменять. Нет, не нужно. Почему? Это проверка знаний. Она должна быть, так же, как и экзамены государственные, экзамены при поступлении. То есть оно должно быть все. Да, у меня двое детей, один из них ходит в школу. Я против ЕГЭ 100%. Насчет контрольных, мне кажется, это очень стрессовая такая история для детей. Супер, на них возлагается много надежд. У меня сейчас ребенок 4 класс заканчивает, ВПР сдает. Ужас. Вообще, мы все на нервах, но все хорошо, сдает нормально, учителя помогают, они тоже стараются, но и для них это тоже стресс и для учителей, и для детей, поэтому ВПР ужасно. Именно про контрольный не могу сказать, не знаю, наверное, не стоит. Это в общем и целом, мне кажется, что вообще концепцию самой школы нужно поменять, то есть нужно ученикам дать понять, что все, что изучается в школе, оно влияет на их общий кругозор, на эрудированность. Потому что многие учатся ради оценок. Я в том числе, наверное, тоже учился. Но после школы я подумал, что в принципе все, что там есть, оно мне в той или иной степени пригождается. Может, помимо химии, физики, это мне не интересно. Но математика, ее обязательно надо.